Новая выставка городского музея получила название по одной из икон Богородицы – «Отрада и утешение». Экспозиция представляет образы Девы Марии XVI – начала XX веков из собрания Государственного исторического музея. Когда была задумана эта выставка, наша задача была показать иконографию Богоматери как можно более полно, показать особенности развития древнерусской иконы в разные периоды. И мне кажется, что эти задачи, они решены достаточно ярко. На выставке представлено около 70 произведений. Рассматривая иконы Богоматери, не сразу можно понять, что это не подлинники, а их репродукции. Добиться такого высокого уровня исполнения стало возможным благодаря современным технологиям. Для саровчан экспозиция – это уникальная возможность познакомиться с древними образцами искусства иконографии. Тут действительно распад, но очень большой. И можно посмотреть и древнерусские образцы, и образцы, так сказать, переходного времени, образцы более новые, образцы вообще католической иконографии, уже полностью адаптированы для использования на нашей с вами родине. Мои вот самые глубокие слова благодарности сотрудникам музея, которые организовали, которые договорились, смогли решить достаточно сложную логистическую задачу по представлению экспозиции Государственного исторического музея, чтобы позволить нашим горожанам разделить то искусство, то наследие великих мастеров иконописцев. В городском музее выставка «Отрада и утешение» продлится по 6 декабря. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.